Сегодня еще один читающий троллейбус отправился в рейс по читающему маршруту. Это уже третья подобная акция в Курске. В этот раз ее приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права, который ежегодно отмечают 23 апреля. Тему продолжит Максим Евдокимов. История Дня книги и авторского права началась в 1923 году в Каталонии. Тогда книготорговцы организовали крупную ярмарку и посвятили ее выдающимся мировым классикам литературы, таким как Шекспир, Сервантес, Лопе де Вега. В этот день еще зародилась у них очень интересная традиция, что всем, кто купил на их ярмарке в этот день книгу, дарили в подарок розу. И вот сегодня мы решили традицию эту сохранить. В апреле этого года исполняется 205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Чтобы подчеркнуть это событие, организаторы читающего маршрута решили на остановке имени Гоголя вручить одному из пассажиров набор книг и розу по каталонской традиции. И вот приз нашел своего обладателя. Я раньше слышала уже про эту акцию, но никак не попадала на нее. И сегодня чисто случайно я собиралась на учебу. Читающий троллейбус начал свой путь у Знаменского собора, проехал по городу по первому маршруту и вернулся обратно. Все пассажиры могли абсолютно бесплатно получить книги. Следующий этап просветительской акции запланировали на 23 мая. Его посвятят Дню славянской письменности и культуры. Максим Евдокимов, Алексей Абросимов, ТВ6, Курск.